Російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази керівництва. Деякі з їхніх підрозділів уже на межі бунту. Про це свідчать численні перехоплення СБУ. У розмові відказника з матір'ю вояк із Краснодарського краю каже, що йому набридло, цитуємо, «сидеть, смотреть, як по нам лупять, а ми в ответ нічого не можемо зробити». Алло. Алло, мам, привіт. Привіт, синочок. Закрито. Как дела? Все хорошо у тебя, как родной. Че у вас там, все нормально? Да я в отказ сегодня ушел. В смысле? Ну, от передовой. Это как, я не понимаю. Ну, отказался выполнять поставленные задачи. И че? Ой, да там сегодня как только не агитировали. Вы позор, трусы. Какой пример вы подаете, как вы будете воспитывать своих детей, как вы будете смотреть в глаза своим родителям, матерям. Дайте адреса свои, мы им расскажем, какие вы есть на самом деле. Так а что это было делать? Нам сегодня дичь, я говорю, фаршем быть я не хочу. А что тебе за это будет? Не знаю. Да никому ничего не будет, угомонись. А что надо было делать? Обещают. Да ничего, мам, ничего. Сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем делать, потому что мирняк. И что? Говорят, и судить будут, и что только там с нами не будут делать. Да мне похуй, блядь, пусть уже тебя отсудят, блядь. Ты, главное, будь живой, блядь. Я тебе прекрасно буду смотреть в глаза, блядь. Мне нужен живой сын. Вот. Я... Он говорит, как вы будете воспитывать своих детей? Я говорю, ну, как минимум, говорю, живой, это не говоря уже за военных людей, говорю, кто о ком вспоминает. На 9 мая, говорю, за ветераны у нас люди нажираются, как свиньи, говорю, это так память чтят? И они ничего не ответили. Я говорю, про наш полк, говорю, слагают легенды о том, что смертный полк, говорю, потому что по количеству потерь он всех превзошел. И мы теперь тут на охране командного пункта. В общем, никого нет. Нас от силы из, наверное, человек 150, и таких, как я, человек 130, как не больше. Мне все равно, пусть они чухают, хотя говорят, ну пусть ты будешь даже осужденный, мне похуй. А кто нас осудит? У нас в стране какое-то положение ввели или что? Ну нет, конечно. Ну и все, какой суд? В стране-то положения никакого нет. Да максимум грозит увольнением. Такая вот канитель. Они батюшку привезли, чтобы нас тут агитировать. Ой, тут, мам, целая делегация приехала. Говорит, почему не хочешь? Я говорю, как почему? Говорю, у меня нет сил больше. Говорю, ни физических, ни моральных. Он говорит, ну, давайте мы вам дадим неделю восстановиться. Я говорю, что? Говорю, где восстановиться? Говорю, чем это отличается от того? Говорю, я дома здесь, что ли, или как? Или, говорю, у меня тут какие-то, ну, привилегии есть, там, пойти погулять, как-то расслабиться, отдохнуть. Угу. Он говорит, вас будут судить. Я говорю, пускай судят, говорю, зато я буду дома. Правильно, пошли не нахуй. И вообще, ты скажи, блядь, я единственный мужчина остался в семье, блин. Да, он говорит этот, типа, говорит, отец, я говорю, да нет, отца, как нет, я говорю, ну, в 2020 году умер, я говорю, кто моей матери поможет, я говорю, ты, ну, на полковника, ну, не ты, говорю, вы, или, может быть, вы на батюшку, я говорю, никто не поможет, говорю, меня забудет в эту же минуту, если, не дай бог, я погибну, как меня отсюда отправят, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, он говорит, никто никого никогда не забывает, всех все помнят, родина всех помнит. Я ему, да мне похуй, говорю, на ихнюю память. Я у него спрашиваю, говорю, а мы вообще ради чего здесь? Ну, ради чего? За родину. Я говорю, за что? Говорю, за родину воевали наши деды. Говорю, а мы непонятно, а мы, говорю, здесь непонятно для чего. Ради чего все это, говорю. Я лично не знаю. Ни цели, ни перспективы какие. Я говорю, ни один такой, говорю, никто здесь ничего не знает, кроме, говорю, вас. А вы, соответственно, нам ничего не рассказываете, не доводите. Ну и все, они сказали, что мы позорим полк, ну и все такое херня. Ну мы спокойно, плюнув им под ноги, ушли. Понимаешь, у каждого автомат, у каждого боеприпаса. Так что, сынок, я тебя не осуждаю, я тебя не осуждаю. Даже если меня кто-то... Не геройствуй.
Даже если меня Не кто-то будет осуждать, геройствуй. я мнения твоего не изменю. Этот Мне героизм нахуй никому не нужен. Я тебе говорю, не в первую геройствуй, он очередь нахуй жить никому хочется. не нужен. Да, все правильно. Ты мне нужен живой. Я хочу тебя видеть дома. Я хочу еще твоих детей понянчить, твоих внуков и все остальное. Я Блин. сам У их меня один хотел. мужчина остался, блядь.